недавно, буквально, наверное, 40 минут назад, а то и раньше, есть попадание на территории собора на площади. Видите, дым, торопятся люди в укрытие. Сейчас мы стараемся подойти поближе. Я попал в пристройку на территории храма, где сейчас пожар. Пожарные уже работают на месте. Там у них в подвале, там охрана была.